Уже мне идут. Вообще-то голландцы вообще нормально. Нет, это для Веры говоришь, не для меня. Ой, блин, я уже херню говорю. Для Риты говоришь. Витаю тебя с днем рождения. Уважаю тебе всего-всего. Тобто всего того, что ты сама хочешь. А від мене? Від мене просто віри щастя. Віри у себе, віри у свої можливості. І щоб у тебе все складалось так, як ти плануєш. Неважливо, добре це чи погано, але словом, все так, як ти плануєш, щоб все здійснювалось за твоїм планом. Такое чувство, что ты тренировалась перед зеркалом, прежде чем мое поздравление делать. Рита, я тебя витаю, Рита. Вот это нам и нужно было, точно, все. О, такой план, кстати, лучше. Вот так. Ну, на подальше. Надо было так сразу снимать. Вот смотрите, вот это у нас решетки здесь такие вот, видите, да? Рита, тобі кохання та почуття всього доброго і поганого це дає. У мене камера вниз з'їжджає автоматично. Надо все переснять, все переснять. Дубль первый заново. Так, опять, слово поздравляю, давай. Да. Словом, для того, щоб я тобі бажала всього найкращого, не обов'язково привіт день народження. Видно только рот почему, да? Добрый еще рот. Так, у меня камера едет куда-то уже. Привет, для того, чтобы... Вот что... Так, ой, я на самом деле это все сохранил, все отлично, но мне нужно это заснять. Это Филиппова, сидящая на кафеле, голой попой. Скажите меня, это вот это, ну никакого, Юра, какая... Так, это девушка, которая мне говорила о высоте моей морали только что, она сидит... Голой попой на капеле, да, голой попой. И что-то лечит. Мы на камеру...